Александр, привет! Тут тебя не видать. Привет, Александр. Александр. Здравствуйте. Куда мы приехали? Рассказывай. За рыбой. За крупной. За крупной? Сергей тоже сказал, крупную рыбу будем ловить. Я прямо не знаю, у меня аж голова уже заболела так высоко. Так высоко, высоко. Три машины. Рыбаки. Там рыбак. Там. Там. Будем пробовать ловить щуку. Вот так вот. Вот. Время 7:43. А еще темно. Ты что на корыте не поехал? А, Александр не разговаривает со мной. Все, мы направо, пошли направо. Там вся рыба. Пошли направо, право это направо. Вон туда направо. Сережка нас покинул. Пошел на большую воду, сказал. Посмотрим, кто кого, да? Саша, короче, мне вот так вот тут два ряда по 10 лунок. И потом еще вот так вот, вот слева направо еще. Ой, два 15. Ряда. Бур собирал? Нет. Твой же бур. Саня даже бур вчера новый купил. Вообще к охоте, говорю, к рыбалке подготовился. Шли мы, шли, короче, и все. И здесь уже признаков человеческой ходьбы нету. О чем я и говорю, ты его даже не собрал. А, и ножей даже нету. Ничего себе, пришли на рыбалку. Есть, вот они упали. А, есть ножи, да? Да, только это вот. Хорошо. Так, а чем ты их будешь пальцами закручивать? Да. А что, у тебя нечем, что ли? Нет, у меня отвертка. Иди до Сережки тогда. Еще 1,5 километра обратно. Несерьезно мы подготовились, да, к рыбалке? Я так и знал, что ты их не доставал. А я что буду к чужим вещам лезть? Положу у меня его в машине, и пусть он лежит. Да так прикрутим руками, да и все. По одной лунке тогда пробурим. Хватит, ну и эту щуку. Главное, сам процесс, да. Пришли, посмотрели, сказали, рыбы нет. Он же сюда не пойдет проверять нас, правильно? Что мы тут делали? На видео вырежем этот фрагмент. То у нас не оказалось отвертки с ножами. Ага. Аккуратно, они же острые, наверное, да? Да. Так, блин. А что они у тебя красные? А есть ножик с собой? Откуда достать он у меня? Быстро, быстро можешь? Не. Ладно, надо что-то придумывать. Масло что-то. Саня бурит и бурит, бурит и бурит. Куда столько бурит? Обратно пошел уже. Саня, Саня, ну чё? Саня? Да. Чё, рыба есть? Есть. Есть, да? Клюет, нет? Набурили мы с Александром, наверное, ну не полсотни, но около 40-то, наверное, лунок точно. Там в три ряда полностью перегородили. И здесь вот так вот, вот примерно до той березы тоже в три ряда. Ну пусть он ходит, ловит, а я-то сейчас себе поставлю палатку и буду ёршиков ловить в тепле, добре. Ну вот так вот, вот рыбалка у нас идет, время 8:20. Еще бы к обеду приехали, да? Вся рыба уже все откормилась и ушла на дальний кордон. В общем, ловим мы ловим, а рыбы здесь нет. 2 часа ловли. Александр умотал уже вон куда. Пойду у него бур возьму. Нас тут он набурено там много, толку мало. И пойду я в ту сторону. Оторвал сейчас
балансир один остался у меня, вот такой вообще голубенький, и типа карасика рыбка с одной стороны серебристая, с другой желта. А был маленький такой окушок, вообще красивый. Вся надежда была на него, и оторвал его на втором зацепе. Как-то вот так вот, вот. Тут тоже все нету. Там по берегу вообще мелко. Сюда вот поглубже. Вот по центру 3,5 метра глубина, наверное. Как-то вот так. Александр, это ты что тут за жуков выпустил? Это что за жуков ты тут навыпускал? Блин, да как тут нифига много. Вон все черно. Как у тебя успехи? Точно так же, да? Или поймал? Ну-ка рассказывай. Рассказывай, у меня же рука-то мерзнет. Александр, да. Как у тебя успехи? Как? Вот она. Кто? Палка. Палка тебе. Точно палка. Смотри, я тоже начал что-то ловить, как и ты. Понятно. Там он... рыбак, да? Тоже на что-то ловит. А, там все в жерлицах, все в жерлицах у него. Так, вот тут, ну ладно, раз у Александра, так же я у тебя бур возьму. Ух ты ж, блядь. Опять зацепился. С одного клюет у него. Хорошо, хорошо, я рад. Александр, ну давай, рассказывай, время 11:12. Сергей к нам пришел, Сашка тут орал, как сумасшедший, как клев у нас сумасшедший идет. Серега услышал, он из-за того бугра к нам пришел. Саня, ну давай, говори. Где у тебя вот руки, пустые руки, где у тебя удочка? Все, я закрыл сезон на щеку. А почему, Александр? Хватит. Нарыбачился. Вот мы, короче, тут все избурили. Вот здесь все избурили. Вон туда все избурили и сходили. И ни одной поклевки, да? Нарыбачился. Ну ладно, в общем, снимать нечего, рассказывать нечего, рыбы нет. Скорее на карася, всего, да, поедем теперь, наверное? На карася, больше на щука не поедет, наверное. Нету рыбы. Домой надо ехать, да? Ну, я мертвая здесь, блин. Мертвое место. Вот рыбалка у нас закончилась, поехали мы домой собираться. Вот такие вот обзорчики, виды. Вон туда надо было, мы еще думаем идти, там тоже никто не ходил. Практически. Речка Утяг, по-моему, она правильно называется, Митина. Клюет, ага. Ну, не каждый раз только он его вытаскивает, но клюет у него. Да, клюет, я подходил же.